Как психолог скажу, что на человека влияют сказки, которые он в детстве видел, слышал. Они создают какие-то вот образы и сценарии потом жизни. Фильмы очень большое значение имеют, влияние. Поэтому через фильмы можно внушить очень многое. Обычно человек же выходит с фильма, да, и он такой супермен, да, он такой ассоциировался с кем-то, да, и супермен. Или там тот же Джокер, да, весь такой внутренний окей, а снаружи окей, и такое это. И он такой тоже как-то вот это вот проснулось в нем. Да, я тоже вот такой же. Фильмы, они вот именно пробуждают человека, что нужно проработать.